На улице проезжей в Екатеринбурге вчера вечером около 9 часов в суровые клещи из двух встречных автобусов попала 31-я «Волга», ведомая мужчиной в состоянии бесконечно далеком от трезвости. Понятно, что при этом мастерского вождения от него ожидать не стоило, хотя на волговском номере и написано «АС». Ехал как мог, а мог плохо. Руки-ноги не слушаются, реакция пара минут, глазной дальномер безбожно врет, компас разбит, спирт из него выпит, в общем, ехал по приборам. Так что ничего удивительного в том, что он не заметил вовремя здоровенный автобус, примостившийся на остановке, в общем-то и нету. Пока зрительная информация перерабатывалась в пьяном мозгу, пока он, заряженный отнюдь не шоколадными батончиками с лесными орехами, выдал команду конечностям покрутить руль и подавить на среднюю педаль, волговское железо с правого борта уже вовсю корежилось об корму автобуса. Но на этом дело не успокоилось. Был еще один автобус, уже встречный, который словно в отместку за наезд на коллегу ударил отскочившую на него «Волгу». А навстречу двигался автобус 603 номер. Заехал на остановку людей высаживать. И мы уже с ним поравнялись, а сзади неслась «Волга». Она въезжает ему в зад, ее разворачивает и выбрасывает на мою сторону. И я бью ее уже, вот ты перед самыми колесами. К счастью, водитель «Волги» в этой переделке сколько-нибудь серьезно не пострадал. Только слегка ударился головой, заряженный мозг при этом не повредит. И он выдал конечностям новую команду – бежать. Но опять же загвоздка вышла, и пара автобусников легко изловила никакого беглеца. После чего он отправился в милицию на том самом автобусе, который он обидел первым.